Здравствуйте, с вами Вячеслав Костров в программе «Популярная аналитика». Как уже было сказано ранее, всякий раз, когда возникает большой кризис, экономисты задаются двумя вопросами. В чем состоит причина кризиса и должно ли государство с ним бороться? Небольшой исторический эпизод. 27 июля 1927 года в городе Нью-Йорке тайно встретились 4 человека. Это были Бенджамин Стронг, управляющий Федерального резервного банка города Нью-Йорка. Это был глава английского банка Монтегю Норман. Это был представитель Банка Франции Шарль Рист. И это был министр финансов Германии Яльмар Шахт. Тема встречи была такова. Поскольку европейское золото утекало в Америку из Европы, требовалось срочно помочь европейцам и прежде всего английскому банку. Для этого нужно было, чтобы цены в Америке росли быстрее, чем цены в Европе. А для этого нужно было просто понизить ставку процента. Что и было сделано в скором времени. Как известно, через 2 года случилась Великая депрессия. А тогда, 27 июля 1927 года, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Бенджамин Стронг по свидетельству некоторых очевидцев и сказал свою знаменитую фразу: «Мы дали фондовому рынку стопку виски». Этот эпизод впоследствии описывался в двух очень хорошо известных на Западе работах. Одна работа – это работа Милтона Фридмана и Анны Шварц «Монетарная история Америки», и другая работа – «История денежного обращения в Америке» Мюррея Ротберта. Что интересно, по мнению Милтона Фридмана и Анны Шварц, если бы Бенджамин Стронг не умер в 1927 году, то он бы точно сделал то, что надлежит делать государству, когда наступает кризис. Резко снижать ставку процента для того, чтобы насытить рынок дешевыми деньгами. Тогда это не было сделано, и по мнению монетаристов, а Фридман считается главой монетаристов, это послужило главной причиной депрессии. У Мюррея Ротберта была другая теория, которую иронически нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман называет теорией похмелья. Суть состоит ее в следующем. В отличие от того, что пишут сегодня в учебниках, что причиной кризиса является шок, внезапный шок, который каким-то образом резко изменяет спрос либо предложение в макроэкономике, для Ротберта было очевидно, что причиной кризиса является предшествующий ему бум. То есть, грубо говоря, бум есть такое же нездоровое отклонение от равновесия, как и сам кризис. Хотя сам Ротберт не любил слово «равновесие». Иными словами, если экономика долго и бурно росла, то она будет, соответственно, бурно и долго падать. Эта теория похмелья, в общем-то, в какой-то степени банальна. Но обратите внимание, экономисты постоянно говорят, экономика больна. И больному требуется постоянно измерять температуру, что они делают, измеряя различные экономические индикаторы. И потом сообщают, что вот индикаторы показывают, что в экономике началась рецессия. Это статистика. Как правило, это делают после того, как болезнь уже началась. Стало быть, при первых симптомах болезни необходимо дать больному лекарство. Лекарство – дешевые деньги, то есть та же самая стопка виски. После чего экономика оживает и начинает расти. Начинается маниакальная стадия развития. А затем, когда наступает странным образом кризис, наступает похмелье. То есть, грубо говоря, все происходит как у любого алкоголика. Как только наступает кризис, больной испытывает депрессивное состояние, и ему срочно требуется налить стопку виски, чтобы вывести экономику из кризиса. Вопрос состоит лишь в одном – сколько и когда наливать?
Такова теория похмелья, и она очень своеобразно описывает то, что и сейчас мы можем наблюдать в мировой экономике. Судите сами, насколько эта теория верна.